Всем доброго времени суток. По сути, это продолжение прошлого выпуска, хоть они и в разных плейлистах. Сборку делал еще пару месяцев назад, а слабое звено в ней было установлено из-за отсутствия альтернативы. Во всяком случае, ссылки на железо с проверенных продавцов найдете в описании. Корпус вы уже видели, а кто случайно или впервые у меня на канале, посмотрите прошлый выпуск про моддинг. Блок питания от Powerman на 450 Вт по 12-вольтовой линии выдает 360, и этого хватит с запасом для этой сборки. Материнская плата от фирмы Asus P8B75MLE, где M это микро ATX на сокете 1155, поддержка оперативной памяти до 16 ГБ в двухканальном режиме. Также присутствует два PCI Express 16 3.0 и 2.0, причем 3.0 работает с процессорами на ядре Ivy Bridge, как мой Core i7-3770, а с другими процессорами слот работает на скорости 2.0. Хорошо укомплектованная материнка с поддержкой USB 3.0, SPDF, PS2, DVI, HDMI и 8-канальным звуком. Оперативная память, планка в 4 ГБ, одна из моих распакованных с частотой в 1600 МГц. А вот процессор на борту Intel G530, один из слабых процессоров на 2 ядра с частотой 2,4 ГГц и 2 МБ кэша. А также со встроенным графическим ядром второго поколения с частотой 850 МГц, и этот процессор подойдет для офисных ПК. Видеокарта от AMD Radeon GDDR5 HD7770 на 1 ГБ с дополнительным питанием на 6 пин. В синтетике не гнал, но пару играх протестировал. Жесткий диск от фирмы Samsung на 500 ГБ, не свежей модели, и все же это компьютер для офисных работ, фильмов и чтобы немного поиграть можно было. А теперь тесты в играх FPS на экране, настройки по умолчанию я их трогать не стал, и посмотрите, как процессор не может раскрыть потенциал карты. We'll be right back.
В общем, вот такая сборка получилась у меня на этот раз. Если процессор был бы, допустим, Intel Core i5-2400, потенциал карты был бы раскрыт. На этом мой выпуск подошел к концу. За лайк и подписку буду благодарен. Ну а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Thank you.